Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать мишку. Но сначала подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, начнем? Вот такие вот я рисунки нарисовала. Это мишка. Я еще рисовала другого мишку. Такой вот дельфинчик. Вау. Кексик такой, с листочками. И зайчик. Пишите, понравилось, как я эти рисунки нарисовала вам в комментарии. Что, начнем мы рисовать нашу мишку. Сначала мы рисуем мордочку. Носик. Такой вот у нас носик получается. Теперь рисуем глазки. Продолжаем рисовать мордочку. Сначала бровки ему нарисуем. Рисуем ушки. Вот такие у нас ушки получились. Рисуем теперь ручки, мишки, лапки рисуем. Одна лапка. И кофточку ему тут рисуем. Вот. И вторую лапку рисуем. Кофточку нарисуем. Такой у нас мишка получится. Далее ушки нарисовали. Ушко вот такое рисуем. Еще ушки. Такое ушко рисуем. Рисуем еще лапки, две осталось нам нарисовать. Две уже лапки нарисовали, еще нам две лапки нарисовать надо. Thank you.
теперь мы начинаем нашу мишку раскрашивать. Внутри ушка я его рисую, а буду раскрашивать розовым. Вы можете, ребята, раскрашивать сами таким цветом, каким вы захотите. Мордочку я его раскрашиваю коричневым цветом. Лапки я тоже ему крашу коричневым цветом. Thank you.
Точку явно крашу желтым таким цветом. Еще чуть-чуть оранжевый добавлю, так она у меня такого желтого цвета кофточка получилась. Котик теперь его нарисую. Вот такой, ребята, получился у меня мишка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии, понравился, как вам мишка. Как я нарисовала эту мишку или нет, пишите в комментариях.